чуть ли не в гордом одиночестве еду я домой из аэропорта Адлера. Ласточка изнутри. Скажу вам так, что я не часто на ней езжу, да. Можно сказать, вообще практически не езжу. Вагон номер 5, день рождения Баба Яги. Ты скоро. Смотрите, друзья и близкие. Такой вот вагончик. Даже туалет. Вон мои два чемодана. Сейчас туалет вам покажу. У меня там, правда, телефоны все остались на сиденье. Кто не видел туалет? Смотрите, пожалуйста. Катаюсь. Вечерний уже, поздний, одеточка, все нормально. Я уже давно дома. Или из аэропорта. В вагоне практически никого. 31.10. Не знаю, правда, когда выложу вам. Конечная станция Туапсе. Вечерняя. Не знаю. Кажется, Роза Хутор откуда-то оттуда. ВВС, Волконка, Слонки и Лазаревская. Аше. Водопадные. Какие-то кэшбэки. Быстрый. А, суточный рух. Кстати, я бронировал, вот когда в Адлер летели мы. Точнее, когда ехали в Адлер, перед вылетом на суточную забронировал. Это ничего. Потому что все помнят, букинги были всякие разные. Теперь суточную. За окном. Нифига не видно. Следующая остановка чем-то такое. Да, так вагончик, ничего. Эти мягкие сиденья. Я не знаю, это уже наши разрабатывали, я еще Siemens. Олимпиаде делали. Может быть сейчас какую станцию там. Уважаемые пассажиры, для открытия двери вашего вагона вам следует после полной остановки поезда нажать на кнопку, обозначенную подсветкой зеленого цвета. Мы прибываем на станцию. Тоже кнопочку нажимаешь. Я сначала там такой видел, потом уже когда ласточки появились у нас в России, заметил, что у нас тоже такая земля. Но это скорее не наша, это скорее их выдумка. Итак, станция Чимитаквадже. Значит, мы проехали под Виадуком, под этим высоким. За окном темень, конечно. Хорошо, что я успел на электричку, а то бы... Точнее, я не успел. Я же уже рассказывал тем, кто был в эфире. Я, короче, мы прилетели всей бандой. Но так получилось, что я остался получать багаж, а супругу с сыном отправил на первой электричке, чтобы... Они уже дома. Они уже дома, а я только вот подъезжаю. Еще даже не подъезжаю, еще чем так вот. Чуть-чуть не повезло. Не знаю, что показывает тут. Я не выключаю камеру только потому, что жду нашего прибытия в Чимитаквадже. Там остановимся, может быть. Вот как-то дверцу там приоткрою. А там нифига не видно. Где станция? Где что? Непонятно. Движная вот такая. Думаю, даже здесь это ничего не нужно. Станция Чимитаквадже. Следующая остановка. ВТС. Station. Только одни собаки в Чимитаквадже. А не, у Люди еще есть. Все, двери закрываются. Ну все, всем пока. VVS показывать не буду. Ограничимся в Чимитаквадже.